Здравствуйте! Это прогноз погоды на АТВ. Меня зовут Петр Прозоровский, я актер Русского драматического театра имени Бестужева. И сейчас я расскажу, что нас с вами ждет за окном в пятницу 6 сентября. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно и небольшой снег дождем. Но, несмотря на это, днем без изменений. Плюс 12, а ночью плюс 1. Ветер усилится. Его максимальная скорость составит 12 метров в секунду. В южных районах солнечно. Днем 24 градуса тепла, а ночью плюс 4. Порывы ветра до 7 метров в секунду. В западной части Бурятии облачно. Небольшой дождь, но днем плюс 16, а ночью плюс 1. Скорость ветра 5 метров в секунду. В Улан-Удэ малооблачно. Днем плюс 21, ночью плюс 6. Порывы ветра до 6 метров в секунду. А на этом я с вами прощаюсь и жду вас в гости. Ведь главное событие в театре – это встреча с вами. А меня зовут Петр Прозоровский, и мы с вами еще увидимся. Стоматология – это искусство. Так позиционирует себя концептуальная клиника Аюн Спасовы. Как и ОС, это уникальная клиника с целостным подходом к лечению болезней полости рта. Сначала 3D-диагностика. Врач-остеопат правит тело пациенту, а затем приступает к работе с зубами. Ведь даже идеальную коронку нельзя натянуть на неидеальное тело. Это все равно, что строить дом на кривой фундамент. Только при таком подходе можно получить стабильный результат без переделок, рецидива и осложнений. Приходя в КК ОС, вы выбираете профессионализм врачей, лучшее оборудование и уютную атмосферу. Приходите и получите консультацию бесплатно.